Опять ты? Ты что, меня преследуешь? И так продолжалось полгода. Ну ладно, дадим ему новую жизнь. Нам понадобится тазик, нержавейка, топор на веревочке. Ссылка на весь процесс будет в описании. Прошло 2 часа. Видим, что основная ржавчина отпала. Остальное мы почистим. В итоге избавились от ржавчины. Особенно вот там внутри. Мы его переделаем. Нарисуем на глаз. Также, наверное, надо вот это отрезать. Оно кривое. Вот что получается. Зашел сосед, сказал: а ты со второй стороны не чисти и на камеру не показывай. Почистил. 3 часа. 1, 2, 3, 4. Ну еще этот живучий. Ну что, ручку будем делать сами? Да ну его нафиг. Берем $1 и обмениваем его на такую ручку. Да уж, срач развел. Вот так можно из хлама сделать весьма красивую и полезную вещь. Да, придется потрудиться, но тут каждый решает сам. Мне мое изделие нравится. Пойдет в мою коллекцию. Это не первый мой топор. Ручка приятно лежит в руке, она не скользит. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.